Так, всем доброе утро. А вон церковь. Здесь кладбище. Где-то должна быть дорога. Все не дает мне безумие. Сейчас по полю походим. Может, что-нибудь найдем. Знаю, что-то, блин, как-то мало находок. Это... Дальше вглубь куда-нибудь ездить, не знаю. Там он где-то родник должен быть. Не знаю, что там реально есть или нет. Птички поют. Тишина. Он пошел от церкви. Вон. Кажется, что трава мелкая. Вначале, блин, по колено. Сегодня у нас чуть квест. Попробуем просто по полю пройти. Туда, туда, туда. Я думаю, хрен знает, что найдем. Ну, движемся сейчас туда и до родника дойдем. В общем, трава выросла, по полю особо не походишь. Кто там спрашивал по настройкам, что настройки простые, чувствительность я ставлю 75, чтобы была троечка из три деления слева. Потому что если ставить больше, ну, просто фантомных сигналов очень много. Я пробовал, оптимально нашел вот как раз 3, чтобы не превышало. Что еще стандартное? Здесь есть все металлы, украшения ювелирные и значок доллара. Я ставлю доллар и не паришь, как-то хватает. В принципе, все отображает. Ну и сама настройка дискриминации. В общем, все, что меньше, вот здесь золото, весь металл, ну, я его скрыл. Хотя он все равно пищит, но не нужно. Вон там поле какое-то засеяли. В общем, местами бывает как-то мало травы, а местами по колено. Прошел я вон от церкви уже, не знаю, километра полтора-два. Ладно, идем. Что-то найдем. В общем, здесь дремучий пролесок такой небольшой. И здесь река течет. Ну, вернее, там из родника, видимо, вода течет. Речка-то не глубокая. Собака тут перебегала. Мы ее перейдем без приключений. Сейчас ноги проваливаются. Сейчас выйдем. Я подозреваю, что на поле. Так, поле тут засеяли. Какое-то опять среди поля. Зачем такие деревья оставляют, интересно. Фу, что, по полю не пойдем, по краю, то будет ругаться, если там будет какая-нибудь дорога. Сейчас нам вон туда посходить. Ладно, идем. Насколько я прошел, ветерок поднялся. Фу, жарко. Солнечно. И времени не особо много. Интересно все-таки, что это за такие пустырные места. В общем, попадаются алюминиевые пробки алкоголичные. Травы, конечно, здесь полно. Это яблоня, наверное, растет. Потому что тоже. Может, здесь где-то сейчас на другое поле пройдем. По паханому ничего нет особого. Да и ходить прямо по нему напрямую опасно. Ну, там в стороне заброшенные дома. Или один дом. Вокруг него что-то походить. Здесь очень много травы. Дом, видимо, посещается местными пионерами.
дальше все как обычно, заброшенный, но не побежденный. А если крышу перекрыть, может, и нормально. Маленький, конечно. Стены еще держатся. Походим еще. Смотрите, какой облепиховый рай вообще. Все в облепихе. Дикая, наверное, вкусная. Собирать только ее замучишься. В общем, от дома я тоже иду. Трава, блин, высокая. Хорошо здесь пастись. По находкам так банки попадаются, ведро какое-то старое, сплющенное. А здесь такое вот чудо облепиховое. Сейчас до тех деревьев дойду, там выход должен быть. Придется на поле идти, чтобы пройти там. Шел-шел среди такого бурелома, нашел плиту бетонную, просто лежит себе и все. Фундамент, наверное, дома чего-нибудь кто-то заливал, причем без металла, раз не пищит. Она вроде не потрескавшаяся. Интересно. Фу, стал уже ходить по колено в траве. Все, выползу по карте посмотреть. В общем, там невозможно ходить, выбираюсь из леса на поле. Что там? Всякий шлак. Фух, тяжело по коленка, а трава. Ни прибором не поводить, ничего. Фух. Вот здесь хорошо. Дорога только нарисована, а есть ли она? А дороги нет. По краю пойдем, что делать. В общем, на поле попадаются вот такие вещи. Надеюсь, это глушители, а не то, что я думаю. Копать не буду, прям торчит с края. Да. Ладно, идем. Куча мусора здесь. Здесь где-то 90 сигнал. Пищит в этой куче. Где, непонятно. Ладно, так, насчет спрашивали, на каком расстоянии пищит. Не реагирует. В общем, сантиметров 50 ближе реагирует. На симплекс реагирует гораздо дальше. Не знаю, из-за разницы, может, тонов или еще чего-нибудь, или частот. Так, ладно, ищем тут. Так, сигнал 90-91. Где-то глубоко. Что, опять мусор, что ли? Да, похоже на банку какую-то. Опять из-под. Опять мусор. Алюминиевая банка. Хорошо звучит, дешево стоит. Фуф, поле засеяли, конечно, надо было по нему пробежаться, пока не засеяли. Ладно, пойдем в ту сторону. Попадаются, я не знаю, с войны, это не с войны. Наверное, современная. Охотнички.
оврагу чуть-чуть решил пройти. Кто-то сказал, что здесь клады обычно закапывали. Сам, небось, уже и выкопал. Ладно. Жарковато. Идем дальше. В общем, тут все поля засадили, блин. Кошмар. Там кто-то нору откопал две. Там, наверное, клады. Лежат клады. Нашел, пока ходил, пол руля какого-то. Кованую какую-то хрень. Не знаю, с дырками. Да, с пустой. Проушина какая-то кованая, квадратная. Не знаю, что. Телеги, наверное. Сейчас пойду посмотрю, где еще поля остались. Может, там можно пройтись. Все место меньше и меньше становится. Но надо назад двигать. Надо какую-нибудь деревню все-таки ехать. Далеко. На целый день сразу. Чтобы там торчать. В глубине. Ладно, идем, что обратно. Так, иду по дороге. Машины периодически ездят. 87-88. Опять пробка какая-то пивная. Ну, быстро можно поискать, пока никого нет. К машинам не едут, то еще будут ругаться тут копатели. Блин, опять банка. Что ж за такое, за наказание? Не везет. Знаю, где искать, все выкопали. Ну хотя, блин, я не знаю, поле скосит. Тогда можно еще поискать. Там он монеты находил. Старые. Еще на велосипеде ездил сюда. На этом поле тоже находил. Где дорога была, фиг поймешь. Церковь. Я вот там. Надо теперь сейчас туда дойти. В общем, как это? Непруха какая-то. Ладно, будем искать, что остается-то еще. Идем, жарень.